Раз, два, три, четыре, пять, ребята. Всем привет. Приветствую на сегодняшней трансляции. Что-то я тут закосячил с картой захвата. На сегодняшней трансляции внезапно у нас сегодня не Guilty Gear с утра, а Injustice. Потому что Guilty Gear я пока наигрался. Ну, как пока. Завтра он будет снова, но сегодня надо передохнуть, посмотреть на Инжу, вспомнить, я, ну, внести разнообразие в наш график, потому что у нас давно не было инжи. Street Fighter у нас тоже давно не было, поэтому он сегодня в 19:00. А, тоже будет. Ребятушки, скажите, пожалуйста, как слышно меня? Есть ли фон? Потому что мне это очень важно. И как слышно игру? Я ковырялся, мне сказали, что Адван, у тебя фон ужасный. И я мне пришлось крутить настройки. Вот, и я надеюсь, что все слышно хорошо и без усиления. Продолжаю ковырять я свой звук. Да, Реборн, привет, привет. Гартак, привет, кто у нас еще тут есть? Жесть, вот меня так убивает, то есть я набираю, вот, по сути, ну, как должен набираться input. Вот так, то есть, ну, это нормально. Нет, Injustice говорит мне, извини, набирай все в буфер, а то я по-другому не понимаю, поэтому нужно набирать все именно вот так вот. И тогда и смотрим кинцо, да? По-другому никак. Так что сегодня у нас. Сегодня мы снова будем гореть от того, что у Injustice все в буфер. Также, ну да, ребята, если. Хотелось бы услышать. Как. Ну, слышно меня? Как слышно игру? Скажите, пожалуйста, пока не поздно. Так, надо хоть самого себя послушать. Ты играешь за Комана, но он же... Лайт, привет, как турнир? Вроде все норм. Ребята, как фон? Вот, как фон, мне интересно. Есть ли фон какой-нибудь? То, что можно сделать потише. То есть можно чуть-чуть убавить. Но если пока все норм, хорошо. Я... Мне нужен Киза или там Арсонис, у которого техника... Фон небольшой есть, но тогда давай вот так вот сделаем. Вот, если вот так вот будет, то я думаю, фона должно быть меньше. Я могу убрать вообще фон, тогда меня... Он останется, но его он не будет постоянным. Хотя нет, он все равно останется. Так что, ничего с этим не поделаешь. По-другому никак. Сейчас меньше, но я так и понял, что надо убавить. Я еще по-другому микрофон прикрутил, и у меня теперь микрофон ближе к рту. Вот. Можно его вообще меньше сделать? Может, давайте вот так вот сделаем? Сейчас так. Если меня хорошо слышно, то, может быть, давайте попробуем вообще убрать усиление. Вот сейчас меня должно очень плохо быть слышно, не знаю, а может быть хорошо, но я надеюсь, что зато фон исчез. Ну или его... по минимуму. Так что вы говорите. Да, всем привет. У нас Injustice. Неожиданно. И по поводу турнира, ну, я сам только что узнал о том, что я третье место занял по Mortal Kombat, оказывается. Я не знал, какое я место займу. Я просто сыграл и... Оказывается, я третий. Вот. Занял этот, как его называют? Занял первое место по Guilty Gear. Ну, я таки поборол
Блейда, и я удовлетворен. То есть у меня вон лежит грамотка за первое место, валяется где-то там майка и кружка была призом. То есть они примерно стоили столько же. Ну, то есть фактически я пошел на события на халяву. Вот. Ну, остался доволен, но народу было мало, поэтому считать то, что там вот я победил на турнире, очень тяжело, потому что народу почти не было. Это меня расстраивало. Вот. Это единственное, наверное. То есть народу не было, никто из основных батек не пришел. Вот там было два человека, то есть, ну, нас три ГГшера было. И один МКшер был из игроков, а остальных не было. Так что я был расстроен относительно народа. Ну, там были такие ребята, которые просто пофаниться пришли. Вот. Ну, расстроен только из-за народа. Да? То есть ты только это умеешь? В МК нет, там не с МК была проблема, там была проблема с тем, что это вход на мероприятие стоил неплохих таких денег. То есть, чтобы попасть на мероприятие, нужно было заплатить 500 рублей. Вот. И поэтому мало кто пришел. Привет, Грейп. Привет. Джисовер, рад вас видеть. Всех. Всех очень рад видеть. По поводу файтинги очень популярны в России. Это... Нет, это, кстати, не я был. Вот, я удивлен, то, что кто-то вообще Адольфу говорил. Но Mortal Kombat, да, то есть Mortal Kombat, он... Файтинги, они не то, что популярны, они есть как жанр. То есть, как Dota, как... То есть, у файтингов нету такого, что они мертвы вообще, то есть там никто не играет, 5 человек. В регионах России есть там комьюнити по 10 человек, которые на самом деле играют и тренируются, и имеют... Сегодня опять подгораем в НЖ, ну, типа того, да. Вот, так что, в принципе, файтинги, они жанр... Соревновательный жанр, ничего не скажешь. Не все могут позволить себе прийти на сходку и заплатить за это, там, большую сумму денег. Вот, не все. Если большая проблема, это место проведения. Как успехи на турнире? Первое место в Injustice. Первое место. О, парень знает толк в возвращениях. Вот, первое место в ГГшеньке, второе в Injustice. Да. Я все знаю. Я все это знаю, но мне этим не накормишь. Не люблю, как он встает. Опаньки! Но это хоть умеет комбить. Ну, понимаю, ну блин, ну есть комьюнити, это правильно? То есть мертвого жанра. Жанр мертв, когда нету комьюнити. Комьюнити есть. Поэтому, блин, у него усиленный был, ну ладно, не страшно. Так что, ну, сказать то, что, блин, тут жанр мертв, тут ничего, нечего делать, тут людей нет, никто не играет. Ты победи сначала людей, которые играют, а потом уже что-то говори. Вот.
смотрю на них и понимаю, что, ну, псайбот в МК и то сложнее, разнообразней. Ты не прав. То, что мы их не делаем, это не значит то, что мы там... Мы же не авторитеты, правильно? Я не играю сейчас, я не сижу и вот просто не это... Не сижу и не мейню дисциплину. Я не знаю в Injustice ничего, я вот сейчас пытаюсь убедить Дестрока, мне, то есть парень кормит какой-то херню, а я не могу ее перебить. Вот. Но только из-за того, что я все-таки, ну, не знаю пока матчап. То есть просто, скажем так, просто он лучше, понимаешь? Он потому что он может, а я нет. Вот и все. Ты злой такой? Я не злой, просто начинаются вот эти вот файтинги не нужны. Там, это мертвый жанр, ребята, вы сначала поиграете, а потом. Если уж даже в Нижнем Новгороде есть там, если даже в Екатеринбурге люди играют, ну, и все у них там спокойно, хорошо. Вот и все. Это оверхед. Еще бы наказывался этот оверхед. Было бы вообще прекрасно. Ну, типа, Дестрок что-то знает. Дестрок, типа, это. Взял персонажа, на котором он может побеждать, понимаете? Дестрок это тот персонаж, который, ну... Это просто парни, у парня мейн. Вот. То есть, если ты не умеешь играть, бери Дестрока. Забей ты на них и все, а на кого забивать? На людей, которые считают, что файтинги плохой жанр или мертвый, ну, я давно на них не обращаю внимания. Если я буду обращать внимание на этих людей, то я не смогу спокойно жить. Ну, давай, разменяемся. Все? Размен закончился? Ну, я присел, я садился. Ну, все? Нет, еще пока не все. Он еще не просрался, понимаете? Тут нужно просраться, просто успокоиться. И вот он сейчас вот... Он сейчас будет спамить, потому что он больше ничего не умеет. И, типа, реагировать на впрыжки. Можно, конечно, сильнее. Но я этого пока делать не умею. То есть он выигрывает только из-за того, что я, ну, просто по матчапу проигрываю, потому что, ну, не знаю, что я с Дестроком делать. Я в эту игру играю раз в пятилетку, раз в неделю. Так что, как говорится, понять и простить. Да, это сильный персонаж, который кидает голову. Бросочком будем наказывать. Прыгать против Дестрока вообще нельзя. Ну, тратим метр. Пока что он у нас есть. Сейчас он просрется. Вот это вот очень обидно. И прости, Дестрок, но ты... Кажется, ты проиграл. Нет, я проиграл. Привет, Настер. Почему Инжа как на турнире... Да блин, ребята... Пойду ВКонтакте. Повешу... Результаты. Все в контакт, ребята. Все идите в контакт. Я реально устал. Уже устал говорить. ВКонтакте вся информация есть.
Сейчас будет каждый третий приходить и спрашивать. А я просто задолбаюсь отвечать. Угу, давай еще разок. Ну, ну, ну. Ой, молодец. Еще разок? Не, не, на колесо нужно. Вот оно, да, правильно. И все в молоко. Молодец. Все, ждем. Сейчас будет бесполезные бокстринги. Да, 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 да. Ну, последним хитом попал. Тут не наказываю. Сейчас лайфлит потеряем. Главный приз это не стоимость входа, а... Ну слушай, ну чувак, хочешь, проспонсируй. То есть, если у тебя есть желание, то есть если ты тебе не устраивает главный приз нашего мероприятия, то у тебя есть шикарная возможность. Ну, высмеивать это не надо, понимаете? Мы тоже... Нам хочется... Мы пришли вообще не из-за призов. То есть играется это не из-за того, что я даже на призы-то и не рассчитывал, понимаете? Я сейчас постреляю там, погодите, да, вот-вот. Многие файтеры, они почему-то... Ну... Многие файтеры, они там сидят и реально думают, что... Там можно зарабатывать. Нет, мы ходим, это не... Это... Файтинги, это только вообще за... все на играх, забудьте, в России нельзя зарабатывать на играх. В России можно играть в доту, и даже так вы вряд ли что-то заработаете. Да и... Можно скинуться с каждого по 200 рублей и скинуть приз. Ты понимаешь, что... Лайт. Ты это уже называется Money Match, это уже немножко другая система. Вы опять же начинаете неправильно мыслить. Вы мыслите как игроки. Думаете, что вот организовать турнир можно легко. Вы понимаете, то, что нужна площадка для организации турнира. Вы понимаете то, что нужно принести оборудование? Ладно, оборудование многие игроки приносят свое. Там уже телевизоры, консоли, это все, в принципе, есть. А где ты возьмешь место с электричеством и, скажем так, достаточно большим для хотя бы там 5-6 человек? Но ты же не возьмешь это нигде. Правильно? Правильно. Поэтому для начала нужно найти помещение. Помещение, как правило, стоит денег. Чтобы это помещение, его нужно содержать. Ну, то есть, грубо говоря, там платить аренду какую-то. Вот. Либо же, если ты идешь на фестиваль, то фестиваль, собственно, оплачиваешь тоже ты. Поэтому, когда... Поэтому должен понимать, что это не так легко. Мне интересно, это как-то должно улучшиться, наверное. Это анблок. Угу. Жесть, много. Это тоже анблок. Это нужно дэшиться. Ну понятно. В падике пошпилили. Но я говорю то, что в файтингах призы. Ну, то есть,
говорить то, что, а, ребята, это изи, берете с каждого по 200 рублей и все, а то учитывайте, что вход на фестиваль стоит 500 рублей, и вам выделяют площадку. Без этого, то есть никто не в здравом уме. Ага. Ага, понятно. Никто вам в здравом уме не выделит просто так площадку. У нас, если у вас нету там офис, например, то вы работаете, вы человек рабочий, у вас вдруг случайно завалился там, совершенно случайно есть помещение для предхадром. А, и все ВКонтакте, да, как все ВКонтакте, ребята, есть группа ВКонтакте, там я не просто же так выкладываю эти, то есть просто сидишь и такое ощущение, как будто, ну, там сидишь, информацию выкладываешь, там эти, как их называют, вводы, записи, там какие-то новости, все это просто так. Это я нервный сегодня, но потому что я пишу под стримом, ребята, стрима не будет, иду на турнир, никто это не читает. Меня потом приходят и скажут, Адуан, а что это ты рестрим включил? А где этот, как он называет? А сам ты где был? А то, что в описании стрима было написано, ушел на турнир, это стрима не будет? Всем насрать. Меня это раздражает просто, ну, серьезно. Ребята, давайте будем это... читать хотя бы описание трансляции. А результата нет, а ты посмотри ВКонтакт получше. Вот просто ВКонтакт получше. Вот берешь, открываешь ВКонтакт и смотришь. Ребята. Напрягает больше не этот парень, который спамит дерьмом, а я не знаю, как его перебивать, а то, что такие вот вопросы, то есть, они немножко раздражают. И все. Стараешься, пишешь анонсы, там, всякое разное. Я просто понимаю то, что... могу один раз сказать на стриме, два раза. Но также будет приходить человек каждый день, там из 10, из 40 зрителей 10 интересует, как я сыграл на турнире. И вот каждые полчаса будет человек приходить и спрашивать, как на турнире отыграл. Достал. Ладно, надо что-то сделать с этим парнем. У него там минусов много, но, блин, я пока... Я вообще не понимаю, как это контриться. Тяжело. Вот. О чем-то я. А, о том, что турниры организовывать тяжело. Турниры, если у вас есть площадка, то это полбеды. Это как минимум полтурнира. То есть, да, у вас есть площадка, все. Отлично, он вернулся еще. То есть делать unblockable, ну, то честно скажу, что этот бун мне иногда. Блин. Отбун иногда поражает. То есть свое. Я не знаю, кто это был. Кто это балансировал, но я чувствую, что они не особо старались подумать о том, что это будет тяжело контрить. Особенно новичкам.
То есть, по сути, нужно дэш вперед, по-моему, делать. Он либо приземлится. Ну, я даже не знаю. Мне-то насрать, конечно. Ну, если кто-то знает. Незреалм это не только Эд Бун. Ну, скажем так. Я понимаю то, что... Понимаю то, что в Незреалм есть очень умные люди, которые явно умеют балансировать игры. Вот. Но у меня вопрос такой, когда... Эд Бун никогда не задумывался о том, что в его играх, ну, там есть, скажем так, такой нюанс, как дисбаланс. Там, не знаю, есть такой нюанс, что некоторые приемы реально тяжело понять, как перебивать. Смешно это. То есть, вот что делать, ну, в принципе, да, там нужно... Вейкать постоянно фокусом, и тогда спокойно панишишь. Бери зеркало, Маш. Да нет, не надо. Мне нормально. Да, да, да. Самое смешное, я его перебить антиэйром не могу. То есть у него вот этот вот удар, он воздушный, он перебивает меня раньше, чем я могу его. То есть его антиэрить надо больше. Точнее, быстрее. То есть, ну... Дисти, а я еще раз повторяю, то есть, ну, Инжан на PS4, да, на PS3 нету игроков, ну, на PC нету игроков, вот и все. То есть, что, вот, например, у нас были турниры раньше, у нас были турниры каждый день, ну, не каждый день, каждую неделю постоянно были турниры, были куча всяких дисциплин, было очень много... людей, вот. Но это было 2 года назад, когда у людей были офисы. Вот. Когда у людей были офисы свободный. И мы, ну, там ребята снимали его. Тяжело. И ребята снимали офис. Это было круто, это было очень... Очень круто, и мы там... О, господи, интерактивы. Тяжеловато. Вот, мы проводили турниры каждую неделю, все играли, веселились, и было все круто. Но, понимаете, офис стоит 5000 в месяц, арендная плата. Где-то эти 5000 брать, это тяжело, то есть это... Но собирать с людей каждую неделю по 100 рублей тоже никто ходить не будет. Сами должны понимать. Так, кто балансировал эту игру? Блин, он был таким жутким мудаком. Я вам отвечаю просто, ну... Давать unblockable overhead, который... можно только бэкдэшить. О, да, чувак, ты был редкостным... придурком. Вообще, это, наверное, наказываться должно.
Это красав, вот, вот. Вот, у нас турниры были очень клевые. Сейчас места нет проведения. Если, ну, самое адекватное, наверное, где можно проводить, это если только в каких-либо... Да, персонаж, конечно, еще тот. Самое адекватное, это где можно проводить, это если только в... Если ты будешь проводить это свои турниры в каких-нибудь антикафе. Антикафе тоже стоит денег. Никто 300 рублей платить не будет за то, что чтобы поиграть в файтинги. Никому это не надо. Вот. И... Да, да, да. Теперь он сзади будет приземляться. Я понял, как играть против этого парня, но важно это... Важно, важно. Что важно? Просто тратить метр на фокус-атаку и перебивать его, и с этой фокус-атаки комбить. Да, у меня, мать его, копье, которое никуда не попадает. Ох, я люблю. И да, вот это тоже прям счастье полные штаны. Сапы тоже очень радуют. Ну, скажем так, с ним, с этим парнем просто нужно отдельно учить матчап. Ну, давай. А, хорош. Вот, о чем ты? О том, что, черт подери, турниры это нелегко. Вот так вот сказать, а чего вы не собрали по 200 рублей на приз? А потому что, чтобы собрать 200 рублей на приз, нужно, чтобы вход был бесплатный тогда. То есть, у нас было как? У нас был бесплатный вход, но 50, ну, скажем так, неправильно. 50 рублей за вход, я помню, у нас был. Вот, но самое прикольное то, что эти 50 рублей тратились на... На еду. То есть мы там закупали из 50 рублей... С 50 рублей... Я не горю, я объясняю, чтобы люди хотя бы понимали, что... Турниры, это турниры организовывать, это, ну... Без первого это без помещения вы не сможете организовать турнир. Угу. Для фокус атаки тоже стартап нужен. Мне нравится этот персонаж. Вот, у нас и там покупали всякие печеньки, кока-колу и все. И все были сыты, довольны. Радовались жизни. А сейчас это нереально, потому что помещения нет. Если будет помещение, если у вас в Нижнем Новгороде есть какое-то помещение, мы даже, я не знаю, я думаю, с людьми поговорим, и может даже найдем там пару тыщенок в месяц, чтобы его
каким-нибудь образом поддерживать. Но вот без помещения организация почти невозможна. Я не знаю, чем вставать можно у... Я не буду гореть по этой игре. Она бестолковая. Это не игра, это фанатская поделка на вселенную DC. Так что я спокойно к ней отношусь. Если бы это было была файтинг игрой дисциплиной, то да, я бы что-нибудь говорил. А это не игра, это даже не файтинг. Тут я не знаю, зачем ее создали. Ну, для фанатов DC, да. Так что у меня все спокойно по отношению к ней. Я играю как человек, который просто, ну, которому насрать просто на... Ну вот как МКшеры играют там. Они же там не парятся по поводу того, что их там убивают коленкой. Коленкой этого. Коленкой Джонни Кейджа. Вот так же я не парюсь. Правда, он использует чуть больше, чем коленка. Ну, не парюсь тоже. То есть там два хита. О, господи. Если вы вот посмотрите на Injustice и вот так не нужно балансировать игры. Просто я понимаю, конечно, скорее всего, у этого персонажа-то больше и ничего нет. Да и я тоже ничего не делаю, потому что, ну, там, ни комбо, ничего. Вот, но... Но, есть одно но. То, что... Когда нужно, чтобы вот именно этого персонажа побороть, нужно сидеть и изучать там матчапы. То есть сидеть и учить не то чтобы матчап, а изучать именно вот этого персонажа. Я, кстати, задумался, может быть, на этом персонаже поиграть? Люди заодно покажут, как его контрить. Да, знаете, я посижу, поиграю сейчас на этом персонаже. Потому что Doomsday мне кажется не то чтобы интересным, а он кажется непонятным. Скажем, в нем на твоем стриме все хуже и хуже файтинг. Ну да, Injustice еще то говно. Ну, ничего не поделаешь. Файтингов-то больше нет, нормально. А где баланс МК или... А где хуже баланс МК? Если учитывать то, что в Mortal Kombat я видел только Кабала, а в Injustice я видел матчап 9-1, то в МК баланс лучше. Потому что в МК хотя бы есть баланс, а там что-то уровня, ну, матчапа уровня 8-2. Тут есть матчапы 9-1. То есть это совсем уже ниже плинтуса. Да, я поиграю вот сейчас за этого персонажа, посмотрю, как его панишут. То есть потому что, ну, непонятно. Не понимаете что-то, идите, берите этого персонажа и делайте то же самое, что он. В Софии полно персонажей, которым матчап надо учить. На, понимаешь, это бланка, наверное, и все. Но выучив матчап с бланкой, ты понимаешь, как играть на остальных против остальных персонажей. Потому что там в основном бланка подходит, равняется все матчапы вот такие, такого уровня.
Понятно, это получится сверху вниз. Сначала вверх, потом вниз, понятно. Угу. Он может в этот момент полоску потратить. Боже ты мой. Ага, понятно. То есть либо он так, либо же он... Ну, вот, в принципе, понятно теперь, почему я не мог заблочить. Вот удар сверху по низу, это, конечно, это идиотизм. Но у него должен быть большой минус. То есть меня могут запанишить после блока. Теперь понятно. Первое, я понял. То есть, понимаешь, на Бланка, Байсон, Вайпер, это который навскидку... Против Вайпер не нужно знать матчап. Потому что Вайпер в игре... Когда ты... Понимаешь, когда ты играешь с Вайпер, ты начинаешь понимать. То есть на нуба уровне ты уже не являешься нубом. Ага, это по времени тикает. Понятно. В этот момент он может прессить, но терять хп. Чем делать Бэтмен и Бэтгерл? Не надо. Кабал с Саб-Зиро 9-1. Ну, может быть, может быть. Я ничего говорить не буду спорить, потому что... Я говорю, все эти матчапы в НЗ... Все... Вообще нельзя говорить, что лучше. Баланс в НЗ... В этом? В Джессисе или же баланс в Mortal Kombat? Потому что делала одна из та же студий, и почему-то у них получается, ну... Как ни лепи, все равно говно. В плане баланса. Да. Игры для людей... которые хотят поиграть for fun, посмотреть компанию, это идеальные игры. Просто кинцо, любимые персонажи, все на уровне, графон, вот. Но, к сожалению, как это играется, это уже другое немножко. И как бы я не хотел там говорить что-то хорошее об этой игре, мне не получится. Не зря его бросили, его вся файтерская комьюнити его бросила. То есть, ну, в России, каким бы он там красивым, крутым не был, в него не играют. У него дэши очень клевые, мне нравится, какие у него дэши. У него дэши как будто не у огромного гиганта, а у маленькой быстрой тянки, которая там как будто у женщины-кошки. То есть это на стартапе можно перебить?
делаешь? Комбы, зачем они нужны? Спам спешлами и все. И норм. Контрпик. Топ-тир решит наш спор. Не знаю, что делать. Тицуэли, здравствуй. Да, всем привет, ребят, забыл. Причем не решает. Че, это не круто? Боже ты мой. Не то. Самое интересное, это вот это unblockable. То есть я как бы ничего не говорю, но, блин, ребята, это unblockable. То есть когда в игре есть приемы unblockable с быстрым стартером, это плохо. Че, топ-тир не зарешал? Ну да, тяжело играть на топ-тире, когда ничего не умеешь. Терли знаем, играть не знаем. Да, он какой-то вообще имбал... А, во-во, точно. Думсдей надо взять. Чтобы... Маскер, привет, да. Еще с кем-нибудь поздоровался. Отлично! Придумано! Меня почему-то он перебивает. Обидно. Цирк, просто цирк уродов, да. Самое время. Мне кажется, самое время. У него был хп, он сделал быстрее. Не, вот такого вот быть не должно, как бы, в файтинге. Это глупость. Финал Эва, ага, финал Эва был еще хуже. Самое, вот это грустно на самом деле.
Вот и все. Кстати, это можно заблокировать. ХП кончился. Нет, простим. Херово получилось. Ну вот почему он попадает, а я нет. Да ладно, до последнего что ли будем? Вот этим Инжай плоха. То есть, по сути, почему-то фанатам нравится, но на самом деле это неадекватно. То есть, когда такие спешл есть, когда есть unblockable мувы, которые нельзя заблочить, то есть, вообще этот мув должен быть как бы этим, просто оверхедом. Он unblockable. То есть, кто мне объяснит, что это должно быть? Интересный геймплей, вот поэтому я и говорю, Injustice, а он это не файтинг, это фанатская подделка. Фанатская подделка для как файтинг. Вот и все, это грустно. Все, все пытаются продвигать инжу, то есть поскольку Marvel владеет кто там, Disney купил у нас или Warner Brothers? Disney же купил Marvel. Вот, и теперь Диснеем, ну, как бы никто. Дисней на всех срет и не дает. Не дает делать по своей игре файтинги, то есть, ну, как бы. Это грустно. Потому что есть куча всяких крутых тайтлов, которые умерли. Из-за Диснея. Ты... Диснею и Лукасу продался. Вот. То есть, Лукас еще тот говнюк, как я знаю. Победит тот, кто лучше знает спешл. Понятно.
Какие мы молодцы. И вот, и то есть просто человек взял, загубил из-за того, что он не хотел, чтобы по линейке выходили игры без его ведома, и он не получал с них денег, он сказал, он угробил несколько, ну, по крайней мере, одну популярную игру жанра файтингов. То есть, ну, так делать нельзя, и как бы, ну, обидно это все. Строк это он что взял? То есть он меня хочет заспамить, что ли? Ну, чувак, ну это зря. Так что играйте в нормальные файтинги, не в Injustice. Ты иди то. Зря присел. Пока меня не научили, как Doomsday контрить, я только пока побеждаю, это грустно. Белоснежка и повстанцы, да. И вопрос, ребята, как слышно меня? Скажите, пожалуйста, потому что... Я сегодня немножко поменял... Звук? Отлично слышно? Хорошо. И там фон должен убраться. То есть там фон... С фоном должны были проблемы решиться. Ой, я только что сыграл с Doomsday'ем, он сделал то же самое, что и я. Ты понимаешь, тут, ну, тут нету хороших игроков. Тут все делают то же самое, что и я. А ты, если ты думаешь, что законтрить, ну, в принципе, это идея, конечно. Но зачем портить себе настроение? Я и так его могу себе испортить, зайдя в... Mortal Kombat или в Guilty Gear или же, ну, в любую другую игру. Достал. То есть это не нужно.
Меня все и так устраивает. Я ж по фану играю. Мейнить эту дисциплину я не хочу. То есть, Injustice у нас умер в стране, у нас в Injustice вроде стартанул, вроде все думали, вау, крутая игра, должно быть все круто, а в итоге никто не играет, не издевайся над собой, закрывай инжу. Ты не издевайся, я спокойно играю, не напрягает она. Напрягает больше, когда мне приходят и говорят, Адван, а почему у тебя вчера висел стрим и... какое место ты занял в турнире? Законтрил. Там и смешно, это Common Grab. Это же не игра, это спешл-спешл. Так в Injustice только так и играют. Погоди. Самое смешное, Evolution был таким же. Но только там был Зот, и он спамил бедного Люкса Лютера, спамил прожектайлами, потому что у Зода с Лексом Лютером был плохой матчап. Но это не финалы были, это, конечно же, был этот. Отборочные, но все равно это было, выглядело очень грозно. А то, что у Гранди есть треххитовый командник с армором, это как-то немного меня смущает. Ну ладно. Турниры, ты кем играл, с Карпом или с Моком? С Моком. Хау, привет, да. Харли хороша. Там было столько вот... Я же на фест ходил, там столько было женщин, господи. Просто... И все они раздетые. Блин. Ну, как раздетые. Скажем так, очень... Многие из них не потрудились найти более скромный наряд. То есть, и, по-моему, самое основное было это нарядиться как как более откровенно просто. Ну, все эти аниме-фесты, они, по-моему, только для этого и делаются. Вот, и я сидел вчера и постоянно отвлекался на женщин. Нет, тут есть хорошие игроки, но... Но их мало. Тёчи... Тика, здравствуй, ты в МК будешь сегодня? Сегодня нет. Сегодня у нас для МК есть... Ну, МК и так было слишком много... На предыдущей неделе, так что у нас будет сегодня СФ. Или вообще, как понять, или вообще? Вообще буду. Сегодня нет. А то у нас Mortal Kombat... Было на той неделе аж, по-моему, две или три штуки стримов. Так что я просто стараюсь. Ух ты, для Супермена сколько костюмов. Я стараюсь файтингера разнообразить,
чтобы не было одного и того же файтинга на стримах. Ну, кроме ГГ. ГГ это хорошая игра. Как бы там ни говорили, что бы там про Guilty Gear ни говорили, Guilty Gear хорошая игра. Пиу, пиу, пиу. Давай. Давай с тобой поиграем. Это веселую игру. Клёво, мне даже, я тоже хочу. Это ж там второй оверхед был. А, мне не было метра. А что ты сейчас на это скажешь? Прищу, прищу. Гноби, гноби, давай, одуван. Оп. Камбы. А можно мне плечо сделать арморным? Нет, нельзя? Ну ладно, как-нибудь. Обязательно в другой раз. Господи, человек. Человек, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ковровая бомбардировка. Давай, давай, телепорт. Да ладно, телепорт. Ну такой неинтересный. Я прям вот на все 100% был уверен, что он сейчас сделает телепорт. А, оверхед. Угу. И второй хит мне пришелся. Ладно, будем блочиться. И анимация меняется. То есть неплохо, неплохо. Я просто не помню, чтобы Супермен там... У Супермена были помощники. Ну давай с тобой поиграем... А, оверхед. Я забываю, что в этой игре очень много оверхедов. Не в ту сторону, дебил! Что ты на это скажешь? Ты готов к такому? Да, да, ты готов? Так тихо, 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 тихо. Да ты что? То есть ты думал возьмешь Супермена и все? И победишь? Нет, ты слишком высокого о себе мнения. А, я дурак. Вот я сейчас сделал фигню, надо было подождать. Сейчас он весь метр просрет. Молодец. Молодец. О, господи. Откуда вы такие вылезаете-то, а? О, ноубоди пришел, здравствуй. Все? Что ж ты как? Хадрон Войс себе уровень качает. Просто.
Качает ранг в чате. Так что не обращай внимания. Что-то новое. Не попал. Ух ты. Сильно отталкивает. Так, он пока сейчас под ядом. О, почти. Яда у него нет. Надо. Я пока не понимаю, как делать. Так. Ага. О, кстати, у меня же плечо есть. У меня что же есть плечо? А, я точно. Вдруг он дурак? Нет, он не дурак. Годный контент для чести, чтобы вдохновлялся. Чем? Джастисом? Лучше этого не делать. Тяжело, когда он отлетает, то есть я не знаю, как это наказывать. Ну, причем, наверное. О. А, нет. И... Ой, это вот это вот уже имба. Как это перебивать? Мне интересно. Самое грустное ведь, он перебивает. Он перебивает меня. И... Стоп! А это случайно... Ну, давай. Глупость такая, конечно, но непонятно. Как это панишить, кто-нибудь знает? Но. Ну, поехал. Жесть. Везде армор. Но зато хотя бы понял, как...
Ну сейчас, конечно же, мы... Пока меня напрягает то, что он под... Да-да. Мне кажется, он ни хрена не умеет блокировать за этого персонажа. То есть у него куча метра, но толку от этого никакого. Дискорб, здравствуй. За братача сигары играешь? Нет. Я не играю в этот файтинг вообще. Если быть откровенным. Когда-нибудь я стану фанатом DC, и я попрошу родных, чтобы они меня застрелили, потому что... Животное, которое заразилось бешенством, но это явно будет не сегодня. И это радует меня. Оскорбляешь фанатов DC? Нет. Оскорбляю людей, которым нравится этот файтинг. Потому что чем больше будет людей, которым нравится этот файтинг, тем больше будет людей, тем больше будет студий, которые захотят это производить. А чем больше студий будет... Чем больше будет студий, которые будут хотеть это производить, тем больше у меня будет гореть. Поэтому я лучше буду ненавидеть людей, которые играют в этот файтинг, и надеяться, что их будет меньше, чем заниматься вот таким вот... как это называется-то? Забыл. Чем заниматься вот этим вот фистингом на стримах у себя. Вот это откровенный фистинг. Зачем нужно играть в хорошие, нормальные файтинги, когда можно играть в великолепный DC. Да, да. Marvel's, в Injustice. Что-то тебя сподвигало играть в него? Ничего. Бесплатное. Его раздавали как самый непродаваемый файтинг в истории, и мне пришлось его скачать, потому что я просто файтер. Не все файтеры могут быть хорошими. Файтинги могут быть хорошими. Вот и все. Особенно некоторые удары, они вообще крутые просто. Там хай-панч со стартапом. Хай-панч со стартапом. Тут не 15 фреймов тут. Сейчас скажите, что это оверхед. Батюшки, давайте прыгнем на всякий случай. Вдруг это командный граб, которым я не знаю.
Отлично! Но ты же в него играешь и блёшь на него. Выйди и не гори. А что, чем тогда заниматься на стриме? Дискорд. Что это такое? Тебе не нравится то, что я оскорбляю великий и любимый DC? Ну прости, есть другие стримы. Ты можешь пойти туда и... Или, не знаю, в группу фанатов комиксов DC, или, например, вот есть Nobody, который очень любит DC. Он с радостью скажет, какой Адуан не умеющий играть, плохой игрок в файтинге, и поддержит тебя. Есть много этих, ну, всегда есть группы, сообщества, которые вас поддержат, они вас скажут, что этот человек, он такой же безграмотный, как каким я вас вижу, когда вы пытаетесь комментировать что-то про Street Fighter там, или же про другие файтинги, нормальные файтинги, и говорите, что это DC, это хороший файтинг. Вот, у меня к вам такое же отношение, как фанатов DC ко мне, так что... Молодец, давай еще разок, давай. Ну, что тебе? Играй в файтинги, которые мне нравятся, но я же фармлю публику. Понимаешь, я фармлю публику. На самом деле, просто для разнообразия, потому что... Ну, во-первых, стримы тоже должны быть разнообразны. Не всегда же на стримах должны люди там побеждать, или же... Не всегда стримеры должны там сидеть и обмазываться там очередным хорошим контентом. Иногда нужно и погореть, иногда можно и... Не знаю, поиграть в игры, которые тебе не нравятся. Это стримы, чувак. Каждый контент, он по-своему интересен, и не всегда контент может быть про что-то хорошее. Вечером что будет? Ностров в группу ВКонтакте. Пожалуйста. Пожалуйста, не нервируй меня. Люси, не нервируй меня. Люси, не нервируй. А то у меня скоро тик нервный будет. Давай быстрее, давай, пока яд не кончился, быстрее, би меня. Эх, что так? Комбы! Батюшки, три хит-комбо! Дайте прыгнем на всякий случай, и давайте, комбы! Два хит-комбо, мало, хочу три. Вообще не... Лишь тебя спросить? Ну, понимаешь, из-за... Чё? Что случилось, друг? Я резко научился играть или что? Не выдержали нервы. Бедняжка. Ты еще не всех персонажей попробовал. Понимаешь? Ну... Как бы тебе сказать... Вот когда вы думаете, что легче меня спросить, каждые полчаса приходит человек, который говорит: «Адуан, а что сегодня вечером? Адуан, как ты занял... как ты там занял... Какое место занял на турнире? Как вчера прошло?» И вот эти вот вопросы, понимаешь, вас много, а я один. И эти вопросы каждый раз. И ты сидишь такой, и у тебя начинается уже... Глаз поддергивается, нервоз такой появляется. Вот, и... Ну, просто вот для этих вопросов я стараюсь вот самые вопросы опубликовать ВКонтакте. Потому что на них я задолбаюсь отвечать на стриме, вас много. Вот и все. Тоже понимай, давай я тебя Ностро посажу, и вот ты будешь отвечать, будешь моей секретаршей. Ты знаешь, как тебя вот так вот задолбает это? Спросит, так
Давай я тебя посажу, и ты будешь отвечать. Чувствую, что вынужден отклониться и сообщить о вас в Роскомнадзор. А что мы сделали такого? Мы за тебя и так отвечаем. Ну, успокойся. Не могу. Я просто объясняю людям, что, ребят, ну, это тяжело, напрягает. Я много раз на стриме говорил, как я не люблю вопросы, которые повторяются много-много раз. Секретарша зарплата, когда у меня появятся постоянные люди, которые будут меня саппортить, возможно, я подумаю о том, чтобы нанять красивую секретаршу, которая будет сидеть и читать мой чатик рядышком со мной и ублажать меня во время трансляции. Значит, никогда. Да. Мечты. Вот вам Зода. Кто там просил чувака, который бородатый и... Ну хоть кто-то в этой игре умеет играть или нет? То у меня уже начинается сомнение быть. Ой, фу, брось. Юпи! О, не то, не туда! Вообще, Зод он как бы унижает. Но этот парень явно не про унижение. Сейчас смотри. Оп. Оп. Все. Давайте врубаем вот так вот. И сейчас смотрите. Прям ход лошадью. Ну что ты? Что ты делаешь? Я все спланировал. Мерзкий тип. И полетели. Напрягает. Ой, ой, шу. Он. Типа в глаз просто. Он тоже, он, в принципе, тут люди, ну, уровень игры. Есть человек, который не знает спешала и мешит все подряд. Есть человек, который знает спешала и все подряд, и мешит все подряд. А есть 10 человек, которые немножко понимают, как играть в эту игру, и они тоже мешат все подряд. Вот так вот играется в Injustice. Надо потом еще зафоткать приз, который я получил, потому что я же там, у нас все, у нас крутое мероприятие. Нам там даже призы давали. Да, и там... и есть Адуан, который ничего не знает, ничего не делает, и просто... просто издевается над людьми. Привет, Ренфиктор. Рассказываю про вчера. Это будет... Давайте, ребята, я всего... расскажу про вчера. Расскажу... на стриме PSF. Потому что... сейчас рассказывать... Ну а что сейчас рассказывать? Или вы хотите, чтобы я сейчас все рассказал? Что у нас вчера было? Я могу. Я, в принципе, могу сейчас. Я хотел PSF это... ну, на стриме PSF это сделать. Зачем он сидит постоянно? Миксап. Понимаете? Это умное слово называется миксап. Ну, командный бросок он напрягает. Ой, господи, ты меня сейчас этим кормить будешь? Тоже смотрите, я-то... мне-то чё? Я могу сейчас рассказать, что у нас вчера было на турнире. Да ладно! Вот это да!
батюшки родные. На реакцию. Просто луна в щепке. Вы понимаете, они понимают то, что они сейчас луну просто разгромили. То, что если... То, и какие катаклизмы будут из-за того, что в луне огромная большая дыра. Огромная большая. Большая дырища просто. Наверное, не понимают. Что был, не говорил. Я вам расскажу про маленькую толстую девочку. Думсдей, да, Думсдей в дыру в земле, а азот в луне. Думсдей круче, у Думсдея длиннее. Мужик с лучами из глаз, ну, смущает, но понимаешь, мужик с лучами из глаз, это не луна в дыре. Мужик с лучами из глаз не причиняет вред. Он просто мужик с лучами из глаз. Вот и все. Чем может смущать мужик с лучами из глаз? Давай, быстрее, быстрее, спешл! Молодец! Как тебя панишить за этот спешл? Было бы хорошо узнать, но... Давай, спешл, быстрее! Давай, еще раз, спешл! Парень молодец. Ты запикапил? Нет. Зачем мне пикапить маленьких толстых девочек? Я же не педобир какой-то, правильно? So much fun! Просто injustice. Давай еще разок. Зод, остановись. И я победил. Или не победил? Не победил. Нет, что не победил. Ну, сейчас уже победил. Это та девочка, с которой ты в ГГ играл? Да, кстати, есть фотки с мероприятия уже. Там парочка. На котором я как раз подошел. Телос, привет. Нагибатор? Когда я успел стать нагибатором? Что-то не помню. Началось. Оп. Давай еще раз. Оп. Ну, еще разок давай. Наверняка что. Ну. Давай. Да не то. Что ты делаешь? Постой. Не надо. Ну, ну хоть камбы знает. Сказал Дуан, и он дропнул камбу. Еще разок, давай. Эх. Да ладно, а, ну там командник есть. Кстати, у... Как его называют, сейчас скажу. У... Кван Чи будет такой же пет. Это оверхед? Нет, это не оверхед, это хорошо. Хорошо, когда не оверхед. И да ну. Да ну. Да ну.
Успокойся. Подлец. Удивил. Я даже на секунду подумал, что я слил. Что за турнир был? Ну, вечером. Я могу только фотку скинуть одну. Единственную. Где тут вот как мужик стою. Так вот пришел побеждать только что. Бабок Дайга так сами и липнут? Да, есть такое. Все именно так, как ты говоришь. Кинем мы. Давай, ты кидаешь что, я кидаю это. Все, молодец. Громи кабак. И. Блин. Там СФ был? Нет. Там СФ не было. Ух ты! Первый раз увидел эту ульту. Там был только Mortal Kombat, только Guilty Gear и Tekken, потому что Гуджи, здравствуй. То, что я заставил людей его поставить. Я просто сказал, ребята, ну типа там свободный фриплей-то организуйте уж. Иначе бы там так и остался Mortal Kombat на двух консолях. Так что там у нас... Evade Master просто. Ну ладно. Да там куча людей, косплееров было, так что... чудо в пижаме жирафа. Адуан? А где там пижама жирафа? Нет, я не тянка. Или что, меня без очков не узнаете? Ну, неплохо. Там, например, вот самая правая женщина в очках, она пыталась меня победить в Mortal Kombat. Но поскольку она знала только пару спешлов за... знала только пару спешлов за... этого... как его называют? Сейчас я вспомню. За Ермака у нее ничего не получилось. Потому что я знал-то камбу. Нет, я отписываюсь. Тот, кто отписывается от моего канала, у тех не растет писька. Так что будьте аккуратны. Нет, маленькая жирная жопа. Тебе не победить. Он сейчас сидит так, боже мой, я камблю, мама, я камблю. Да ладно, прекрати. У меня есть плечо. У меня есть спешл во все два направления. У меня есть плечо вперед и прыжок вверх. Кажись, чатик сломали. Ну, так надо знать меру, мне кажется. Если вы вбрасываете в чат, то
Надо знать меру. Вбрасывайте аккуратней. Ух ты. Батюшки. Но вот так вот. На тебе. Ты сиди, сиди. Не отвлекайся. Возможно, если ты будешь долго-долго сидеть, то... Боже ты мой, я ему прервал ульту, батюшки. Как он сейчас, наверное, грустит об этом. А Дуан на фотографии смотрит на всех свысока. Потому что я пришел уже побеждать. Я просто, знаете, у меня там такой задумчивый вид. Я смотрел и думал, что эти игроки делают. Зачем они тут? Ей! На PS-ке? Что? Ты где ты этих игроков находишь? На PS4. На PS4 сейчас с этим, с игроками нету проблем. У игроков прям праздник. О, контрпик. А это не те... Стоп, стоп. Какие тян на турнире? Это... Не тян пришли на турнир, это... Турнир пришел на сборище косплееров и тян, так что ты тут не надо. Вот, по поводу тян ходят на турниры. Тян не ходит на турниры. Это был просто турнир, где больше всех тян. Ой, турнир. Это был этот... Как его называют? Фестиваль аниме. Вот, нам там выделили по стандартному. Всегда на фестивалях выделяются для файтеров эти, не слоты, а... Да, знаете, там вообще было весело. Там я свой стик оставил на консоли Mortal Kombat, и моя палка облапала, наверное, тянки 4. Поэтому... Я просто не знаю, я рекорд вчера побил. Столько тян мою палку не лапал еще никогда. Если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Они ничего не сломали, они, знаешь, там они так ее дергали, что... Я боялся, честно, я боялся за это, что они сломают, но нет, моя палка оказалась крепка. Так что все было очень хорошо. Мне даже понравилось. Бутер, здравствуй. Теперь у тебя заряженный стик, да. Любовью и добром. Так что все хорошо, ребята. Надо тоже покупать стик и давать тянкам потеребить палку. Да-да-да. Теперь ты знаешь секрет успеха. Теперь, если у вас нету секса, то вы можете смело приходить на аниме-фесты и давать тянкам потеребить свою палку. А потом друзьям рассказывать. А вот вчера мою палку теребило аж 3 тян. Адуан знает секрет успеха. Вот только он не знает, как панишить эту быструю заразу.
Пошки. Дай, девушка, хотите позербить мою палку? Нет, ну жалко. А я надеялся. Я нашел, как понижить. Так что знаете, ребята. Девушки любят теребить палки. Я это узнал на турнире, да. Просто наказывать. Вот. Вот так вот я вчера проводил свой день. Я давал женщинам потеребить свою палку. Я побеждал на турнире. Я разглядывал полуголых тянок. Короче, ну я не зря отдал себе эти 500 рублей за турнир. Так что вход был дорогим, но я думаю, не зря, не жалею. Жалеть не о чем, ребят. Но. Полуголых это без куртки? Нет, слушай, там такие, там... Было очень много косплеев, ну ты понимаешь, ну как привлечь маленьких школьников, которые... Внимание маленьких школьников. Конечно же нужно одеть самый откровенный костюм, например, этой... А, как ее называют? Сейчас скажу тебе, как называют... Скажу. Просто забыл, честно, забыл, как ее зовут. Нет, Елена еще норм. Сейчас. Из Гуррен Лаган. Я даже прям отвлекся на нее. Йоко, да. Там была косплеерша Йоко, например. Потом я посмотрел, там девушки так не стесняясь ходят. Была девушка почти без всего. То есть там прям вот просто. Я, наверное, сейчас не найду этих. Я не знаю, их мама вообще разрешает им это делать, или родители не знают, чем дочь занимается. Потому что я так не против, да, вот. У меня все хорошо, меня радуют такие костюмы, вот, но... О, красота. Камбы. И... Блин, антиэйр же. Макси, здравствуй. Надо загуглить мероприятие. А, фотоотчет. Я скину сейчас. Там, понимаете, там было тонна фотографов. Боже мой, я такой ощущение, как будто пришел на фотосессию. Там десяток было, там... У каждого есть свой фотоаппарат, у каждого там чуть ли не студия. Там уже просто, ну... И все ходят с фотиками, и все фотографируются,
А был второй этаж, на котором были только вот там специальное освещение, специальная аппаратура, и фотографировали все. Боже, нас туда, ну, мы как призеры, там было два человека за первое, и за первое место нам фото дали этот. Сделать нормальную фотку, типа, только нам. Не там. Не тем, кто занял второе, третье, потому что это позорные места, а только победителям. Вот, разрешили, скажем так, сфоткаться. И. Ай, отлично. Вот, и нас там отвели, я когда это увидел, там просто жесть. Там такая жесть, серьезно. Сейчас я... Фотоотчеты есть, их куча, их вот... Вот вам ссылка на фестиваль, держите. И смотрите его. Агн, здравствуй. Да, это я про тот турнир, на который я ходил вчера. Там можете попробовать меня найти, но вряд ли вы меня найдете, потому что я... Да, вот, кстати, костюм Йоко. Ну, она, правда, в курточке, но тоже нормально. Я прям сразу ее нашел. Господи, стратег-то какой. Че сидишь? Магические инвули такие. Мы почти победили. Это рассказ про турнир? Не, я про турнир рассказывать буду вечером. Днем на фестиваль, вечером на панель. Ну, тут уж категорично. Ты как бабушку говоришь. Не надо так, Ира. Они прекрасны были, вот. Многие меня даже сперва отвлекли от турнира, но потом я пришел в норму. Что плохого в том, что они захотели одеться как проститутки? Вот, барышня. Но это еще не самая откровенная девушка была. Там были и, скажем так, обнаженнее. Некоторые из них даже подсаживались к нам и играли с нами в файтинге. Некоторые. Немногие, но некоторые. Брали у вас телефончик? Что там такие сидели ребята, что просто, ну... К некоторым-то страшно подойти. А у некоторых даже есть женщины и дети. Так что... Телефончик никто ни у кого не брал. Че это, нерды? Нерды и фрики. То есть, это аудитория. Поэтому... Я сопротивлялся, я так и не купил ничего с этого фестиваля. Я думал такое, что, блин, надо что-то прикупить. Вот, а там всякие стаф анимешные. Вот, и я подумал, что, ничего интересного нет. Твои зрители. Я нормальный?
Нормальный. Нет, я еще нормальный. Нормальным я буду, когда у меня не будет стрима и будет работа с машиной и другими ништяками. С детьми пришел. Не узнавали? Мне ж никто не смотрит. Те, кто мог меня узнать, они, понимаете, они файтеры. Файтеров там не было. Вот, кстати, девушка была, у нее неплохой косплейчик. Она, правда, без юбки была и ходила постоянно... Ну, не без юбки, а вот без этого. Без вот этой вот... Ну, короче, она там только в одних трусах ходила, расхаживала. Черепашка-ниндзя был клёвый, кстати. Вот. Там на самом деле был клёвый черепашка-ниндзя, он мне понравился. Ух ты, а чё это у меня стрим? Блин, ребята, у меня ЦП проседает, никто мне ничего не говорит, а у меня, оказывается, я смотрел свой стрим. Это не должно было бы. Совок, привет. Лагов нет, все четко, но на самом деле были. Не угадал. Все-таки на турнире я... Ну, о турнире, о фестивале я буду рассказывать вечером. Потому что сейчас... Рассказывать, да, там, с днем весны, ребят, кстати, с первым всех, я забыл. Хотел сегодня на стриме сказать, но я о всех этих праздниках, я о них прям вообще не парюсь. Какой тут, какой-то праздник, не, и я забываю про него. Не вовремя. Заркси, здравствуй, куда ты спрятал тянок в юбках? Не знаю. У меня никогда не было таких тянок в юбках. Или ты думал, что у меня с фестиваля остались? Не, прости. Не носим. Не успел прыгнуть. Вы бухали после феста? Нет. Никто не бухал. Я поехал домой сразу же. Мне к бабушке надо было. А, да, там были еще персонажи Guilty Gear, но, блин, вообще жесть. У меня бомбануло. Люди косплеят Guilty Gear, и эти сволочи даже не играли и не участвовали на турнире. Я просто хотел вот так вот им прям вот так вот по лицу поводить. Вот тут, чтобы... А, у меня бомбануло. Просто бомбануло. Было грустно. ТК, косплеер. Что мы знаем о своем персонаже? У него прикольный костюм. Сол уже не тот, да. Но меч у него был неплохой. Тиком по лицу. Аркадий, привет. Если учитывать, что этот парень больше ничего не умеет, то я могу его побеждать вот таким вот образом. Да-да-да-да-да, вот Сава правильно говорит. Это огорчает, это просто. Ну, я, например, я хочу Юну косплеить. Ну вот, реально, я, наверное, если повезет, я, может быть, найду вот эти шмотки, скажем так, более или менее похожие на Юна. И я просто на следующий турнир приду в костюме Юна.
Но я хотя бы знаю, кто такой Юн, что это такое, и... Я буду единственным косплеером на боче, который придет. Юн? Он же невысокий? Я то... А ты думаешь, я высокий? Я метр с кепкой, я среди всех файтеров, я в нашем городе, я самый низкий. Юн из Final Fantasy, да-да-да. Я вот реально хочу только если Юна. Я задумался об этом. Потому что его несложно косплеить и... Просто весело. Я потом, да, я самое интересное, это еще не все интересное, я буду вспоминать по мере. Там Ноктюрн был клевый. Вот Ноктюрн был, косплей Ноктюрна был вообще ништяковый. Вот. Если вы там найдете его сейчас, в скором времени, там Ноктюрн был вообще реальный. То есть мне, он когда выходил, там вообще просто все такие, вау, Ноктюрн. И обязательно посмотрите на Ноктюрн. А Дуан грязный ПКша, ПКша не поймет юмор. Я все понимаю, но не сразу. Так что... О, да, схватил, молодец. Грабнул, это вроде ков. Кстати, похож, но... Но мы точно говорить не будем. Да прекрати ты. Удивлен, засранец. Вот это было неприятно. Давай. Ну, спешл. Что ты какой... Может, ты еще комбить умеешь? Опять это платье. Не, вот косплей козлёныша был клёвый, мне понравился. А, да, Ноктюрн точно хотел скинуть. Очень много всяких, всякой эльфа дряни, всякой... О, блин, там есть снеговик. Боже мой, там упоротый снеговик. Хочу упоротого снеговика. Блин, там не сфоткали упоротого снеговика. Я со снеговика ржал, я просто весь вечер. Я увидел упоротого снеговика. Он еще так шел. Вот так вот. Блин, я просто угорал. Там еще музыка была такая, то есть на фоне. И снеговик, упоротый снеговик. Вата, привет. Сейчас случайно нет еще Xbox One. А то хочу взять консоль, теряюсь в догадках. Нет. Нету, и не знаю, я смотря что ты хочешь. Если ты очень сильно любишь файтинги и хочешь играть во все, то PS4. Потому что на PS4 выходит Street Fighter, а на Xbox One Street Fighter не выходит. Это, наверное, пока единственная причина. И Guilty Gear есть, а... Вот, и... Мне очень понравилось, там, учитывая, что там сейчас пока что только Killer Instinct из файтинга. Вот. И там снеговик был, он там музыка такая просто на заднем фоне была, и снеговик там потом шел. Вот, он так висел так. Вот, 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 это упоротый снеговик, блин, он такой клевый был. Черт, это упоротый снеговик. Он всегда, он постоянно ходил такой необычной походкой. Знаете, я вот сейчас пытался понять, как контрить Doomsday, я только наоборот понял, что Doomsday контрить никак нельзя. Doomsday не законтрить, блин. Черт, это упоротый снеговик. Боже мой, какой он прекрасный был. Как он же был шикарный. Это
снеговик, который покорил мое сердце. Ну, не в перфект проиграл, уже хорошо. Понимаете, в Injustice достаточно знать спешл, и вы уже будете побеждать. Глупцы лезут в мой спешл. Я пытался этот спешл законтрить, у меня ничего не получилось. Так что... Лишь на мини, здравствуй. Адван не может в комбы? Ну, есть такое. Ей... Это, наверное, Injustice просто не может в комбы, а не я. Injustice не нужны комбы. Зачем комбить, когда можно срать спешлом и побеждать? Просто этот спешл unblockable. И там либо он увернется, либо же он получит просто спешлом по голове. О, кстати, вот это вот прикольно. Он мне показал, как можно уворачиваться от спешла. Но прости, я знаю не только этот спешл. Я знаю два спешла. Прости, друг. Прости. Да. Какомен. Шутки про Какомена никогда не устареют. Я не знаю, что игра такая. Не я такой, игра такая. Мы ему показываем секретные техники. Я случайно, я не хотел. Шериф, здравствуй, абузер? Да? А чё бы и нет? На самом деле, с чего бы? Вдруг я не должен абузить, пока это работает. В Injustice должны фиксить баланс, они этого не делают. Это грустно. Кто там еще был? Я, кстати, половину персонажей даже и не видел. Половину из косплееров. Надо этим потом заняться, не на стриме же. Так, что у нас по времени? Ну, давайте еще полчасика. И вечером уже будет Street Fighter. Чем-то Doomsday Shield напомню, только да, он выше тирлистом. Вот, они, видимо, его с Шивы косплеили. Блин, он портый снеговик, какой он был крутой, а? Я прям вспомнил и... И все, и он покорил мое сердце. Из всех тянок, которые были на этом турнире, был портый снеговик, которого я больше всех ржал. Я просто, когда я шел мимо него, то есть, ну, там было два момента. Когда он просто выходил, шел в холле, я сначала над ним долго ржал. А потом я просто случайно мимо него прошел, когда нас повели на фотосессию, ну, как фотосессию. Когда нас повели фотографироваться, я его снова встретил. Мы пересеклись глазами, я снова заржал. Я не выдержал. У Doomsday тоже перебивается в воздухе, но Doomsday есть хит, если ты стоишь. Че, все, со мной никто играть не хочет? Я готов с кем сыграть. Нет, это он.
Он слишком еще юн для этого. 1-7, ему еще рано со мной играть. Пусть окрепнет. Станет злым, серьезным и будет знать матчапы. Нет, назад. Кнопочка на... Блин. Жеванный торт. Я не хотел выходить из комнаты. Я хотел нажать лагающую кнопку назад. Это грустно, ребята. Это грустно, когда ты пытаешься... Нашел человека, с которым поиграю. Будешь играть и случайно тыкаешь. Случайно отказываешься. Ну, вернись, друг. Давай играть. Ух ты, там еще завезли там с... О! Там, по-моему, новые фотки завезли с задротами или нет. Или нет. Там был аркадный автомат. Кстати, вот по поводу аркадного автомата, ну, давайте все-таки вечером расскажу. Все же вечером будет, да. О всех своих баталиях. Как это все виделось. О всех нюансах. Потому что там... Можно на СФ записаться? Записывайся. Наконец-то. О, парень, ты, по-моему, еще... Ты еще не готов. Приходи, когда станешь взрослым, большим и сильным. Запиши на СФ только через Steam. Не могу записывать. Понимаешь? Надеюсь, понимаешь. Потому что... Я просто забуду. Ну, парень с нулем, и... Сейчас его придется научить. Можно взять было бы дестрока, но зачем? О, да. Вот его ты вообще зря взял. Зря. Зря зеленый фонарь или как его там. Зеленая стрела. Он очень низко в тирлисте и играть за него почти нереально. Поэтому сейчас кто-то будет страдать. Кто-то сейчас будет страдать. Нет, кто-то сейчас будет висеть, ребята. Идет завершение игры. Он понял. Он понял, что был неправ. О! Стоп. С чего бы вдруг... Господи, у парня... 3400... Задрот. Это он задротище. Может... Вот. Вот так и надо. Я просто хочу кому-нибудь бросить вызов, но тут у людей такие статы, что они просто не будут со мной играть. О, вот такому, вот этому, да идите. Не ту кнопку нажал. Сыграй за дротом. Это, по-моему, не актуально. О, да. Косплей. Косплей для тех, кто любит по большие массы. Научи их играть двумя спешлами. Для того, чтобы уметь играть двумя спешлами, не нужно ничего. Нужно знать импут этих двух спешлов. Многие не знают даже этого. Понимаешь, я их побеждаю только из-за того, что я знаю больше. Сыграй с задротом за Аквамена? Зачем? Чтобы вы смеялись, что меня победил Аквамен? А, кстати, Бандолера, блин, Бандолер, я тебе хотел скинуть ролик, точно.
Я ж тебе хотел скинуть клевый ролик. Вон, иди смотри. На, то у нас Джурихан. Тебе надо скинуть ролик. Сейчас. Я прям забыл тебе отослать его. Какой? Какая тебе разница, какой ролик? Берешь и просто смотришь то, что тебе Адван присылает. Правильно? Правильно. По-моему, это правильно. Какая разница? Какой? Или в чем смысл? Просто бери и делай, будь мужиком. Ага. Да. Знать два спешла в этой игре в принципе достаточно. Нет, не про сетап-ульты. Куда скинул? Сейчас скину. Скилл? Я тоже так думаю. Леший, здравствуй. Или вы думаете, я буду тренироваться, играть и мейнить эту игру? Нет, зачем? Тут можно делать спешл и радоваться жизни. Ух ты, какая там картиночка. Мне она понравилась. Да, вот, на, держи. Держи и смотри. Ну, когда, я не знаю, когда тебе удобней. Я хочу эту картиночку посмотреть. Ух ты. Да, она достаточно неплоха. С тортиком. Если ты про... Это High School Undead, по-моему, называется, да? Парень старается, да, потеет. Хитаря, здравствуй. Готовится к МК. Я в городе второе место занял по МК. Ой, третье, ничего не знаю. Привет, Таря. Мы Doomsday взяли просто. Нам показали, как можно играть за Doomsday, мы учимся играть за Doomsday. Я посчитал его достаточно сильным для того, чтобы мейнить его на пару с Дестроком. Rush, привет. Два проигрыша подряд на турнире? Мечтай. Как амэн? Ты сейчас со стольких игроков отбиваешь желание играть в эту игру? Да, вот по сути я сейчас этим и занимаюсь на самом деле. И получая некое, как бы сказать, извращенное удовольствие.
И поехали. Раз, два, раз, два, раз, два. Зарядка по утрам. Можно приходить в Injustice и тренировать импульс спешл, понимаете? Разве она не получится не открыть? Это unblockable. Причем оно на приземлении, оно на старте блочится, но на приземлении это unblock. Я не знаю, какой наркоман придумал этот спешл, но мне он задницу уже изрядно поджег, и я решил тоже попробовать. Я рассчитывал, что меня научат его контрить, но пока, как видишь, пока у людей не получается. Катил до ядра земли. А он аж ливнул просто. Парень не выдержал, у него истерика. Консоль в окно выкинул. Просто с криком: твою мать! Аквамен явно сосет. Боже мой. Джаз, здравствуй. Поиграй за дротом. Зачем? Мы можем весело проводить время с незадратами. Я буду унижать нубов, да. МКХ будет также сбалансирован. Вот мы сидим и боимся, то что Mortal Kombat X будет таким же. Просто такие... Вот так вот. Сидим и ждем. Боже мой. Только не баланс, как в Injustice. Не надо. Мы все простим. Там баланс в бруталити. Да. Баланс будет сбалансированная бруталити. Подравняют баланс. Ну, они фан-сервису много вкладывают, а не баланс. Главное, чтобы коннект... Ну да, в принципе, коннект это пока, скажем так... Одна из больших проблем. То есть, если коннект будет хороший, то и это уже будет хорошо. То есть, будет коннект, будет... Будем играть. Баланс будут править ребята во время, сразу после старта. Колонел Сера, здравствуй. Надеюсь, правильно прочитал твой ник, если что, не обижайся. Все там нормально, не ссыте, все будет хорошо, но не сразу. Но не со старта, ребята. Со старта ничего не делается. Со старта только капком умеет чинить. О, приз дали. За эту еще игру и ачивки дает. Боже ты мой. Три патчи, никакого баланса. Где?
в эсэфе, что ли? 33 патча, и там он считается самой сбалансированной игрой, одной из самых сбалансированных. Что это за заклинание? Какое заклинание? Заклинание... С это что ли? С Unblockable Special'ами? Давай, да, да, давай, удиви меня. Давай, давай, вставай, вставай, делай спешл. Быстрее, ух ты. Давай еще разок. Молодец. Давай еще, вставай. Вот, 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 вот так. Слушай, законтрил. Законтрил. Просто контрпик. Все. Все. Не... Надо ему лайтовый панч после этого вставлять. Друг, ты чё? Мейна, что ли, взял? Не беспокойся. И законтрим, и тебя, как говорят, и тебя вылечу. Ты не переживай. Давай, быстрей, спешл. Их ты. Беда. Ну, я проиграл. Да оставь тебе в покое, дай упасть нормально, как человек. Думсдей самый простой персонаж для стартового освоения? Нет. Думсдей не простой персонаж. Думсдей научит тебя спамить говно. И ни хрена не уметь играть. Что это? За... Закликивание. А, закликивание. Мы сегодня научились играть Думсдеем. Свержение короля. Да ладно, просто матчап не знаю. Ты чат большего размера? Зачем? Чтобы читать хорошо, правильно? Не могу, это мне не поможет, потому что я уже объяснял. Если вы не помните, что я вам объяснял в прошлый раз, то, ребята, ну, я больше объяснять не буду. Я уже все на стриме по Mortal Kombat сказал. Мне кажется, уже все давно поняли, что я имел в виду. В том, что мы во что мы играем, зачем мы играем, и как... Даже смешно начинает выглядеть. Очень смешно. Но усиленный даже. Ну, давай постоим. Карман, здравствуй. Что за режим спамбота, а в инжестис по-другому нельзя. Ты инжестис, друг. Или ты думал, что в инжестис люди играют? Не-е-е. В инжестис люди вот так вот... Вот таким вот образом и играют.
бываю. Да! Все, 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 победа, победа, победа на последней секунде. Да потому что я сильнее, мразь. Ты Санчесу тоже катал? Нет. Говорят, тут комбо есть. А еще тут есть персонажи, у которых есть unblockable. Зачем мне, мне комбо, когда и есть персонаж, у которого есть unblockable move? Ну ты сам должен понимать. Или, ну, хотя вряд ли, может быть. Если ты не играешь в файтинге, ты не поймешь. Вот. Все такие дела, парень. Такие дела, парень, такая вот жизнь, шлюха. Юпи! Потратил метр. Пэп, полезность. Вэлью. Ирнфитхер у нас прокачался. Понимаете, есть... этот бы файтинг был вообще отличным файтингом, если бы не было всяких unblockable мувов, если бы не было... интерактабла. Ну, вот unblockable портит этой игре все. То есть, может быть, да, эта игра бы была крутой, но есть unblockable. Или ГГ так развращает? Ну, возможно, да. Когда ты начинаешь смотреть другие файтинги, ты понимаешь, что в них есть то, чего нету в других файтингах. И понимаешь, что в некотором отношении... Ты бы хотел, например, как в ГГ, чтобы было. Я много хотел бы видеть файтингов, как в ГГ. С системой, как в Guilty Gear. Потому что мне нравится там система. Мне нравится система во многих других файтингах. Потому что пока вы можете вот заниматься вот таким вот, ну, файтинг не будет нормальным. То есть, конечно же, это все контрится, да, я не спорю, это все легко контрится. Но не все знают как. А, Супермена сильнее. Удаляй. Давай, до свидания. Или не давай, до свидания. Нет, давай, до свидания все-таки. Ей. То есть, понимаете? Автокорректирующийся unblockable — это
это, ну, это глупо. То есть это, конечно же, его будут обузить, и мне в принципе-то не надо больше ничего не делать. Я могу обузить автокорректирующийся unblockable, который сам наводится, и не париться насчет этого. Он пытается мне рассказать о том, он мне пытается сказать, типа, чувак, я тоже так умею. Ну, я хочу сейчас узнать, я хочу играть с его вот именно этим парнем и просто показать ему, что он тоже наказывается. То есть сейчас мы выясним, у кого обузнее опции. Молодец! Что я тебе скажу? Кстати, он очень быстрый. Ну, то есть ты сам хочешь, чтобы у меня сейчас накопился щит, и я сделал щит. Ну, давай. Вот я глупо сделал то, что у меня щит вот кончился, и я его добил. Но надо что-то придумать с напрыжкой. Я пока не понимаю. Вот как только я придумаю что-то с напрыжкой, то будет все окей. Потому что я пока не знаю, какой красап у него. На то, что он кое-как ушел от меня на лол хп, то есть это как бы уже говорит о том, что... О том, что изи. Здравствуйте, реверсал. Как ваши дела? Слышь, мне это кнопочки-то как хочется сжать. И так не вовремя. Вот как тот чувак-то по мне попадал? Я прям удивляюсь. Да авторков будет? Какой ББ? О чем-то.
я вот не понял, это как блочить-то надо? Это стоя надо блочить или сидя? По-моему, я это блочил сидя. То есть сидя это все перебивается. Непонятно. То есть также еще есть, не забываем про плюсовые мувы. Бэкдэш. Да. Начал делать что-то больше, чем подкат. Батюшки родные, я что-то знаю. О боже мой, красапы. А мы не умеем волочить красапы? Ну-ка, давай посмотрим. Сейчас мы узнаем это. Да, мы не умеем блочить красапа. О, боже ты мой. О, боже ты мой. Какой-то трэш. О, боже мой. Я такому чуваку проигрывал. Как это вообще возможно? Бэкдэши автокорректно. То есть они сами нацеливаются, и там только если ты прям вот в момент падения сделаешь бэкдэш. То есть это очень тяжело. Че, все, не контрпик, да? Научился играть? Ну давай, давай кого-нибудь другого мне. А то этот-то уже не тащит. Супермена давай, чувак. А, да, вот, точно. Забыл. То есть ты не умеешь блочить красап, но при этом ты будешь мне сейчас срать плечо. Плечом. Ну давай, давай, давай. А, скорпион. Ну, скорпион, ладно. Ну, ладно, давай. И ты думаешь, что если ты скорпион, то тебе это поможет? Нет. Ты будешь еще больше жрать. Парень взял скорпиона и думает, что если он скорпион, то он все, то определенно контра. Самое грустное, он не телепортируется, а я так хотел его панчить за телепорт. Ну как-то так, да. Сейчас надо активировать броню и посмотреть, что будет. А. Зачем ты взял скорпиона? Если ты играешь на нем хуже, чем на всех остальных персонажах. Просто гарпуна один кик, да? Бандалер, это скорпион, уровень скорпионов в Инжастисе. О боже мой, как они вообще играют в эту игру? У меня после вот такого вот я бы точно ушел, не знаю, куда-нибудь в Доту. Лучше уж в Доту играть.
Ну, комбы? Боже мой, ты так ты их поднял, друг. Во, кстати, БГДш неплохой. Если вы не умели играть в Injustice, самое время брать Doomsday. Просто самое время, ребята. То есть я думаю, что... Если вы возьмете Doomsday, то у вас все получится. О боже мой. Тебе не скучно? Ну как тебе? Я получаю некий фан. Так и знаешь, извращенный. Я извращенный. Мне интересно нормально играть в файтинг. Мне весело. Парень такой, давай. Оть, все. Усё. Кончился. Давай. Сри телепортом. Давай, друг. А дальше чё? Это всё? Это всё? Телепорты стали внезапные. Костяныч, здравствуй. И надо их сейчас все это перебивать. Окей, удивил. Ну, сейчас по-другому. Сейчас будем играть по-другому, ребята. Новые тактики от Эдуана. Как сложно заблокировать кроссап. Это ж, это, боже ты мой, сколько усилий надо приложить. Это ж нужно, это просто нужно увидеть то, что на тебя прыгают за спину, и нажать кнопку в противоположную сторону. Нашел новичка и возмущаешься на игру. Ну, игра-то паршивая. Как файтинг. Или тебе показать про уровень? Клонезия, тебе показать про уровень? Я могу тебе сейчас показать про уровень. То есть у нас есть и видео и для таких, как ты, которые думают, что на турнирном уровне Injustice выглядит лучше. Да. Превосходный матчап, да. Лучший матчап ever. Да. Так что ты не думаешь, что ты самый умный. У нас есть для всех, скажем так, сословий. Для тех, кто думает, что игра... Для тех, кто еще думает, что игра хорошая, мы можем развеять... На любом уровне такое мнение. Я играл от силы 2 недели, я знаю то, что игра хороша. Ну да, с Doomsday можно панишить, но я не про это, я просто говорю то, что Doomsday — это не единственная вещь, которая зовет другу унижать Эдуана, да. Вот.
Doomsday — это не единственная вещь, которая плоха в этой игре. В этой игре много вещей, которые желательно бы вообще не видеть. Бэкдэш, это зачем ты делаешь? Кстати, вот это правильный мув. Красап. Это то, о чем не знают большинство МК-плееров. Хочется развидеть? Да не, нормально. То есть он думает, что если он выберет другого персонажа, то он научится блочить красап. Спаун зазывается в Трайхард, да-да-да. Охуеть, в МК не... В МК есть красапа, но свойства у них другие. О! Ну вот этот... А, то есть он собирается сделать... Понятно, что он собирается делать, но мы ему не дадим. Или он думает, что мы умеем только красапить? Нет. Друг, мы умеем еще больше. А, точно, он думает, что... Это тоже весело. Парень пытается антиэрить, антиэр спешл, но... Не учел одного нюанса, то что он антиэрит, он не умеет набирать... Он, опять же, переоценил свои силы. Когда делается красап, меняется импут. То есть, что такое красап? Красап — это смена позиции, ну, это удар за спину. Просто удар по голове. Вот, то есть удар по затылку, неправильно. Вот, и когда вам делают красап, это просто, ну, соответственно, вы меняете импут. И чтобы сантиэрить, вам нужно... Если нет автокорректов, вам нужно набирать импут в противоположную сторону. Парень бы это не учел. Не знаешь, как играть, бери Супермена, да? Так ты точно научишься. Но он что-то на старте показал. Но вы не думайте, я на самом деле, ну, то есть, если вы думаете, то что, вау, вот этот игрок может... Срать говном, и все это жрут. Нет, это не от большого ума, это от того, что парень ни хрена не умеет, а Doomsday — тупое сломанное говно. Вот так вот. Только из-за этого. Все. Конец. Сеанс игры недоступен, да, нас разъединило, и я думаю, давайте мы на этом завершим сегодняшнюю побегушки в Injustice и вернемся, когда мне снова не будет, когда меня снова не будет раздражать этот файтинг, когда-нибудь это случится, и обязательно мы снова постримим Injustice. Если вам понравилось, ставьте плюсик, если не понравилось, пишите о том, что Адуван лицемерный, лицемер и отвратительный человек, он обсирает, но все равно играет. На самом деле, я люблю файтинги. Все. Но некоторые хотелось бы видеть реже. Ладно, ладно, ничего не буду говорить. Всем удачи, всем пока, кто в Street Fighter в 19.00, там еще и поговорю, поделюсь своими впечатлениями от турнира. Лицемерный лицемер, да. Все. Пока.